Здравствуйте. Здравствуйте. Давненько мы не встречались. Неделю потому, уже, да. Потому что у нас карантин. Этот, вирус. Чёртовый вирус. Да. Коронавирус. Коровавирус, так скажем. Ну ладно, чёрт с ним. Всё будет хорошо. Да. Потому что у нас есть самый-самый могущий Бог, который делает в мире чудеса. Да. Каждому, кто верит, будет чудо. Сейчас моя хорошая Катя поехала на рынок. Да, в маске. В маске, да. Да, Сако меня одел, в маску все. Купила все, что... Хорошие маски, да. Нам что надо, а хорошие с фильтром. В общем, они меня не пускают. Да. Мои дети самые лучшие. Сейчас мы будем готовить. Катя хотела купить базу. А, да, рассказывайте истории. Базу китчан, но... Аферистичничали. Перепутили, да. Не знаю, что. Здесь армянская опять жульничка. Ну ничего, мы с этого вытянули пользу. Купил спана, смотрите, какая хорошая. Ну, хороший зато. Упрянка купила в спанах. Вот ведь, я не знаю, у них есть у вас? Да, шпинат. Вы готовите? Да, да, да. Общем, ну, не так часто, но готовим шпинат. И мы хотим готовить и с мацуном, чесноком, и с яйцом. Два рецепта. Да. Для этого нам надо хорошее масло. Слобода с Украины. Нам денег надо. Реклама. Шучу. А что? 50% верности шутки. Да. В общем так. Ну, два столовые ложки. Две-три. Ага, вот так. Хватит. Сколько зелени? Да. Вот так. Давай делаем сейчас. Ни воды, ни воду, ничего не надо. Можете руками тоже. Да. Можете, можем. Ну, я буду руками. Да. Вот так. Не бойтесь. Маленький огонь сделали, все будет хорошо. Он быстро, видите, как он садится. Еще крышкой я накрою. Ну, мне нравится. Они прям с этими кончиками, стеблями, они тоже очень вкусные и полезные. Да, очень. Я думаю, что еще можно сливочного масла наверх чуть-чуть потом это добавить. Потом да. Можно и лук добавить. Я хотела лук, но видели, что лук не добавляют. Этот раз попробуем так. Просто так. Вот это еще. Оно уже уменьшается. Да, сейчас будем уменьшать. Немножко, чтобы... Можем накрыть крышкой на 3 минуты, оно... Я хочу. Тем временем покажу, какая красота, сколько у нас зелени. Еще здесь помытый мороль, листья салата. Будем готовить зеленый салат, вы уже кушали. Здесь размораживается у нас мясо. Я буду готовить болгарский перец, фаршированный для Сако. Мне холодно, поэтому я... Да, красивый. Чтобы не сказали, что это да. Такое. Это красотка. Мягкий. Да, и вам вы давно не носили, одевайте. Вот так, вот так. И теперь ждем, чтобы оно садилось, да. Друзья, мы решили сразу же сделать два рецепта. Тот у нас будет с мацуном, с чесноком, а то будет с яйцом, правильно? Суть та же самая. Мы наливаем в емкость масло подсолнечное, разогреваем его и... Сливочного масла. Сливочное масло. У нас... Можно еще.
Еще купила, да. Да, мне тоже понравилось. А это вы в сети брали, да? Нет, не было. Не было сегодня. Я смотрела этот лурпак. Ну да, в сети лучше не ходить. Большие магазины. Мы пользуемся небольшим маленьким возле нашего дома. И тоже на рынок. Рынок. Да. Маслом не испортишь. Будет вкусно. Боже, как? Нет, пусть будет. Масло не вредно. Да. Опять то же самое. Бука. Я родилась в год козы и очень люблю зелень. Я тоже. Вообще-то год козы и... Кролика. Кролика. А, вот, поэтому. Кстати, в нем очень много витамина С, я прочитала сегодня. Сейчас как раз он и нужен. Белиссимо. Угу. Так, у нас уменьшилось здесь, мы поэтому решили сюда добавить еще зелени. Зеленый рай. Посмотрите только на это все. Сплошное энергия какая-то, вот здоровье. Даже через самый кран идет к вам, дорогие друзья. Берегите себя, кушайте много зелени, фруктов. И не будет не страшны никакие вирусы. Красотка. Скажите. Угу. Мои дорогие друзья, вот я супчик вчера готовила. Купила перцы вот такие. Буду отфаршировать. Потом, может, покажу рецепт, но не знаю, как получится. Опа! Что бы не сказал? Как хотим, так и делаем у нас дома. Дом наш, не? Да, вот. Нет. Мы же для себя готовим, а не для гостей. Я не блогер. Не блогер. Вы как раз блогер. Блогер, но я не люблю, когда как робот говорят. Так, сколько, так, это сколько, да. Я не люблю. Как есть. Как домашний. Да. Я очень. Извините, у нас вытяжка. Галина кухня? Нет. Ковальчук Алла? Ковальчук Алла. Да, с Украины. Если наша. Посмотрите когда-то, да. Очень нравится. Да, у нее много подписчиков, она с Украины. Она тоже очень так домашний. Мне нравится. И что мне нравится, наша армянка... У Армине? Нет, не Армине. У Армине это я смотрю. Или Аревик. Нет, не Аревик. Она очень хорошо готовит. И сухофрукты, и тесты, и спокойно. Не выделывается. Зелено, очень нравится. Я сейчас посмотрю. Ага, скажу в конце, кто она. У нас уже на финишной прямой, буквально еще полминутки. Он был такой не слишком тонкий, с стеблями, поэтому мы подольше готовим. Тем временем взбиваем яйца для другого варианта шпината. То у нас уже готово, мы будем заливать с маслом и чесноком. Тут еще только начинает оно у нас доходить до кондиции. Ну вообще, в принципе, нужно готовить до такого состояния, как вы любите. Даже с сырым можно есть. Почти. Как вам нравится, как да. Ваша... Душа желает. Как вы ушли? В конце солить, чтобы витамины не ушли. Хотим,
чтобы оставить светами нам. Комна вырвется. Теперь у нас здесь уже почти готов шпинат для заливки с яйцом, масло и яйцо. Тут все добавлю. Угу. Там тоже. Посолили все по вкусу. Здесь немножко греется. Угу. Добавляем это яйцо. Вот так. Там тоже листики попались. Теперь мы сюда добавляем уже готовый шпинат. Оттуда. Красота. Ну все, друзья, смешали и все готово. Мы еще добавим черного перчика, решили добавить, да? Чуть-чуть. Для аромата. В общем, наши два блюда готовы. Да. Очень вкусно, видите, мне... Воду не варили, не очень мягко. Делайте так. Угу. Между прочим, я в следующий раз буду делать, знаете как? Угу. Без масла. Чтобы вода опустилась. Буду так свежий так угу. кастрюлю резать. Угу. И пусть оно немножко мягким станет. Воду пустить. Вот так. Угу. И потом остальное... масло, яйцо или как вы хотите. В общем, сейчас я буду попробовать яйцо. Честно говорю, сейчас Катя тоже будет попробовать. Мне очень нравится. Так, да, честно говорю. Вот смотрите, без варки, так мягко. Ну, очень вкусно пахнет. Еще очень приятно, так, без каких-то дополнительных. Если будем с водой варить, будет... Слишком так, мягко. Очень мягко и не будет... Вкусно так. Вкусно. Теперь это давайте с мацуном. Второе блюдо. Мацун у меня... Все вкусно. Все любим. Асенькая, то есть я и Катя, не все. Дома, да. Мацун, чеснок сейчас очень надо. Угу, в тему. Катя. Вкусно? Умереть и не встать. Да, это мне тоже очень нравится. Да. Представляешь, я... умереть и не встать. Это вообще... Кино. В общем, ребят, кушайте на здоровье. Да, это вообще... Вкусно. Бомба. Я люблю. Это тоже... Всем приятного аппетита. Готовьте. Да, я хуже. Угу.